Всем большой привет, ребятушки, с вами Мари Геймс, и я даже не помню, когда последний раз выходила серия по семейке Дэвис, но у меня на канале нашлись те, кто спросили, будет ли продолжение, и одна серия, да, продолжение этого проекта выходила, вот сейчас я решила уже тогда снять вторую, раз вы ее хотите. Я на самом деле уже соскучилась по Симсу, слишком долго играла в Planet Zoo без остановки, и... Извините, я такой человек, которому очень быстро что-то надоедает, поэтому, собственно, я не могу одну игру какую-то на канале вести, мне нужно несколько. И да простят меня те, кто приходит ко мне смотреть Planet Zoo, но я очень люблю Sims и не могу себе в этом отказать. У нас тут наша мама еще спит, но я ее сейчас уже буду поднимать, 5 утра, да, пора, потому что как бы солнышко уже встало. Где-то оно точно есть, да? Или еще нет? Вроде бы как еще темно. Ну-ка, покажите мне. А, еще луна. Ладно. Еще не встала, но вот маме уже пора вставать, короче. Раньше солнца. Давай, вставай, моя родная. Просыпайся. Вообще у нее все плохо. Беги скорее в туалет. Я его, скорее всего, буду переделывать. Я не помню, говорила я в прошлой серии или нет, но, короче, я себе поставила снова Wicked Wims. Мне не хватает очень этого реализма. И еще Basemental Drag тоже поставила. Ну, в общем, пусть будет. Мне нравится, когда они есть в игре. И специально, чтобы вас ничего не смущало, и чтобы мне ничего не мешало, я поставила как бы... В общем, да, видите, оно все пикселится, несмотря на то, что стоит как бы Wicked Wims. Это специальное дополнение к нему, и в кассе у меня все нормально. Они скачиваются на сайте Wicked, и можно их поставить в игру. Это называется, по-моему, стримерский режим, короче, чтобы... В общем, все было норм. Вон, луна уже прячется. Блин, как красиво. Блин, секундочку. Знаете, в чем проблема? Нам негде мыться. Вот я это сейчас осознала. Потому что, как бы, водопровода нет. Сбора воды нет. А гигиена у них у всех просто нулячая. Интересно, можно здесь... Здесь только собрать воду и рыбачить можно. Ну, значит, будем много-много раз мыть руки. Серьезно, иди, вот представим, что она там под этим, в этой раковине помылась немножко. Давай быстро вымыть руки, быстро почистить зубы. Так, это мы сейчас уберем. Сын уже проснулся, тоже иди в туалет, потом иди сюда. Девочки проснулись, им сегодня еще и в школу идти, бедолаги. Не выспались, хотят мыться. Скажут, мам, что это такое, где наш душ, где наша ванна, как бы, да. Ну, вот сейчас они в таких условиях живут, к сожалению. И причем сейчас, ну, последний день весны, да, им повезло то, что вот впереди лето, тепло, у них есть время, как бы, обустроиться, все дома сделать, чтобы у них, как бы, ну, все было нормально. Давай еще быстро. Еще, еще, чтобы немножко гигиену поднять. Что у тебя с рукой? И где собака? Это ты типа его погладила, да? Звезда моя. Иди. А, еще я поставила мод на то, чтобы не готовить без ингредиентов. Я только сейчас это вспомнила. Блин, народ, у нас теперь... Мы теперь ничего не можем приготовить. Ладно, мы сейчас тогда маму отправим в магазин. Вот представим, что на девочки поедут в школу. Ну, в принципе, вместе с Оливером, да. Все поедут в школу, мама поедет в магазин. Нам хотя бы по минимуму что нужно купить? Можно купить свинины, допустим, да. Хотя с их бюджетом я не знаю, что у нас получится. Картофель, сливочное масло, помидорка. Так... Ну, в общем, что-то нужно точно купить. Иди сюда. В итоге у тебя дети никто не поест, все вонючие. Одна единственная раковина. О, вы же можете здесь быстро перекусить. А тебе еще и на работу, да? Будешь работать из дома. Съесть закуску, йогурт, давай. Девочки, пошла в туалет. Вторая пошла. Так. Не дает, брат, да? Иди тоже возьми йогурт.
А ты иди быстро, вымой руки, чисти зубы. Давай хоть как-то, хоть чуть-чуть гигиену поднять. И потом съешь тоже йогурт. Жесть просто. Я вот только сейчас поняла, какой это провал. Мне нет денег. Вообще ни на что. Еще и деньги придется платить теперь. Ну, раньше как бы за еду надо было платить. Но сейчас это прям конкретно ощутимо. Потому что ты платишь не за блюдо, а за ингредиенты. Мать, ты что, прикалываешься? Отойди сюда быстро. Дай ребенку зубы почистить. Им же сейчас уже в школу бежать. Они все равно воняют. Ужас какой. Блин, ребят, это жесть какая-то просто. Я не рассчитывала на такое. Трэш. А, она еще и сломалась. Да. Чему здесь сломаться? Чему? Кто-то ее пробил или что? Объясните мне, плес. Заменить 40. Ну, сейчас пойдешь, видимо, чинить. Ужас. Ты пошла выбрасывать, да? Ну иди, сходи тогда в магазин. Продуктовый, да, в продуктовый иди. Вот, и девочки сейчас тоже поедут. Это просто жесть. Я не рассчитывала на такое. Девчонки, давайте бегом в школу. Вонючие, ужасно голодные, но побежали в школу. Так. Нам надо купить. Давайте булка хлеба. Вот 7 баксов. Нормально. Что мы еще купим? Так, йогурт мы не будем, наверное. Апельсиновый сок. Ну ладно, давай. Где мы его будем хранить? Хлеб. Овсянка, хлопья. Нам там что еще нужно было-то? Макароны мы здесь все равно не приготовим. Мука, сахар. Ну, как бы, ладно, они недорогие, давайте возьмем молоко, парочку. Уже 45, блин. Так, так, так. Надеюсь, мне еще, как бы, то, что я куплю, надеюсь, мне только... 66 сыр, да ну нафиг, это очень дорого. Красное мясо, давайте 80 баксов. Это очуметь просто. Давайте свинину купим. Свинина дешевле. Жесть. Мадам, иди чини, пожалуйста. И скажи мне, ты теперь сможешь что-нибудь приготовить? Нам все еще ни на что не хватает. Вы представляете? Так, ладно. А, у нас тут не распаковано. Хорошо, давай нарезать хлеб. Открыть упаковку. Открыть. Открыть. Все, сейчас она починит. Бедная женщина, вы представляете, какая тяжелая судьба у человека. Так. Я вообще-то хотела сфоткать дратути. Это ужас какой-то. Вообще бедолага. Как так можно жить? Вот представляете, она, кстати, пока спала, она думала о похоронах. Вот она вспоминала, что мужа они похоронили. Они. Она похоронила мужа, да, дети, папу. Она прям вообще в расстройствах. Собакин спит. Ей сейчас надо будет пойти тут заняться бджелками. Надо будет еще повысаживать растения. Кстати, что тебе там надо? Читать книгу по науке садоводства. Алло, где мы сейчас книгу тут добудем-то, а? Ну ладно. Обойдемся без этого. Давай тайно положим. Блин, печаль вообще, ребенок. Так. Еще можно полить все. Я, блин, отключила надголовный эффект, и теперь не видно, что это такое. Давайте этот подарить.
кто не знает как, это вот надголовный эффект, его здесь вот можно включить, отключить. Просто мне не очень нравится, когда пломбоп видно, но зато хочется прочитать название растений. Так, я не поняла, я же вроде их включила. Так. Ну, включить. Во, растение таро. Таро. Это у нас перчики болгарские. Здесь у нас что? Виноград. Тоже виноград. Здесь у нас шпинат. Здесь еще ничего мы не высаживали. А, я на паузу поставила. Я думаю, что ничего не происходит-то. Блин, вот представляете, да, сегодня день признания в любви. Она все это очень любит, все эти традиции. А мужа-то нет, теперь с кем она будет праздновать? Стипендия. Я не знаю, как теперь у нас Оливер пойдет вообще учиться в университет или нет. Где они деньги-то возьмут? Давай, попробуй подружиться с пчелами. Потому что их нужно... Нужно поднимать с ними как-то уровень отношений. И где-то здесь у нас были семена, по-моему, еще. Поцелуйчики. Так, давайте целоваться еще рановато вообще-то. Еще маленькие. Так, что у нас здесь еще есть? Где-то у нас тут еще коробка была. Вот здесь, наверное. Угу, вот, у нас еще целая куча семян здесь есть. Иди тогда... А, я ж открыла, точно. А, ну это вот только так, да? Ну ладно. Овощи, травы, травы, летние растения. Ну да, сейчас вот у нас лето впереди, я думаю, можно летние растения достать. Это у нас осень, лето, осень, можно бегонию посадить. Осень, весна... Ну, давайте так пока что. Так, и еще, пожалуйста, собери мед. Воска нет пока, да? Просто вот собери мед и здесь тоже. А здесь у нас не готово. Содержимое колонии пустует. А, то есть я их купила, вот эти вот домики. То есть я теперь еще сюда должна купить этих жучков, что ли? Нормально. Давайте сверчков купим пока что. А потом посмотрим. И откроем комплект семян. Так. Ухаживать. Ну-ка, ухаживать это как? Покажи. Ух ты, господи, боже мой. Ужас какой. Жесть. Фу. Это не для меня, по-моему. Так, это у нас что? Зеленый горошек. Зеленого горошка у нас нет. Угу. Так, шпинат, болгарский перец. У нас рыба, кстати, есть. Ты открыла? Это у нас что? Фасоль. Ну, давайте вот так, значит, будет фасоль. Вот так будет зеленый горошек. Так, а цветы на другой клумбе. Это вот сюда посадим. Пока что по чуть-чуть. Не будем все сразу. Уже тоже ей надо мыться опять. О, пришел Арчи. Надо ему время уделить немножко, да? Ну, погладь его чуть-чуть, погладь. А то мальчик тоже скучает по папке. Вообще. Вот он, красавчик. Давай, мама, удели нам немножко внимания. Вся в трудах. Она и до этого как бы, ну, фигней не страдала, скажем так, дома. Но, знаете, она больше вот в свое удовольствие занималась флористикой. Сейчас ей больше вот приходится заниматься именно выращиванием овощей, да, чтобы для пропитания себе что-то добыть, потому что дорого все покупать. Понятно, что мясо она себе
не заведет, да, никак никакую животинку. Хотя я скачала мод на курятник, поэтому у нас, скорее всего, еще будет курятник. Но на курятник надо сначала накопить. Так, а пока что... Ага, пчелки у нас спокойные, ну все. Чем мы еще тут можем пока заняться? Значит, так, это что? Выброси, пожалуйста. Ты уверена, что ты прям вообще ничего не можешь приготовить? А, вот, мы можем сосиски с фасолью сделать. Ну, конечно, сосиски с фасолью. Какая прелесть. Так, больше точно ничего? Лимон, масло, помидор. Да, ну иди выброси. Почему-то она оббегает там. Ты не можешь пройти здесь или что? Ну... Хотя, с другой стороны, можно представить, да, что здесь как бы все заросло, и надо, чтобы сын нам помог, это все вырубил. Ей бы с Арчи погулять, хотя, с другой стороны, он здесь гуляй не хочу, как бы, места полно. Так, ну-ка, расскажи мне. Ага, понятно. Кто-то к нам приперся? Где? Я не вижу, чтобы кто-то к нам пришел. Так, я предлагаю ей... А, я здесь что-то видела, какие-то кустики. Вот, здесь можно что у нас? Гиацинт, колокольчики. Вот, давай собери колокольчики тогда. Угу. Вот здесь еще есть. Здесь тоже собери. Чего, лишним не будет? И вот здесь, о, еще грибы есть. Грибы, это прям вообще отлично. Знаете, оба-на. А я даже не знала, что здесь есть потайной ход. А, это на утесы, все. Короче, грибы, знаете, в обычном режиме это недооцененные такие растения. Очень дешевые, которые очень активно растут, как бы. Они, ну, по факту они как бы не нужны. Но когда у вас стоит мод на готовку, по идее, да, мы это проверим с вами. Когда ты выращиваешь грибы, у тебя есть хоть какая-то еда. Поэтому дамочка сейчас пойдет и высадит мне вот тут вот еще грибочки, пожалуйста. А здесь, наверное, высадит колокольчики. По одной буквально. Иди высаживай. Может, тут у нас что-нибудь появится? О, гриб появился, отлично. Ну вот, да. Теперь у нас есть хоть какие-то возможности. Еще я планирую отправить ее вот, энергично убираться, пойти. Здесь вот ей бы помыть стол. Я надеюсь, что она сможет. Если нет, то надо будет это все потом убирать. Уже тут сын отодвинул все эти ящики. Они же здесь у нас стояли. Он отодвинул их сюда. Вряд ли они смогут починить вот это вот все. Может быть, вызовут мастера. Но я еще не знаю, как бы. Так. Сына. О, ё-моё. А нельзя нигде поплавать, как бы там, не? Блин, как шумит. Море, океан, что это здесь? Море, наверное. Как круто. Так, все. Где ты? Родной, дорогой. Детям прям совсем плохо, я смотрю. У нас бы, чтобы детей не забрали. А денег нет. Так. Ну-ка, сейчас посмотрим. Может быть, у нас есть что продать. Ну, мед это вообще, конечно, смешно. Но... А что делать-то? Больше-то делать нечего. Знаете что? Давайте сейчас мама, наверное, позвонит. Или нет? Вот пусть сын. Сын позвонит дедушке. Где тут у тебя дедушка-то? Или бабушки? Давай, позвони бабуле. И скажи, что, блин, бабуль, так и так. У нас очень плохо здесь все. Нам бы хотя бы душ. Здесь удобств как бы нет, но я вот как бы организую. Одолжи нам денег, пожалуйста. Дети тоже вот. Так, вот. Почему-то одна знакома с дедушкой, вторая нет, Ники. Отправь сообщение дедушке, тоже напиши, с другого фронта зайдем, скажем так. Мама там пока убирается.
И здесь попробуй почисти. Сможешь? Давай. Я в тебя верю. Все, отлично. Мама пока потихоньку наводит порядок. Что? Слабый сигнал. О, блин, все так плохо, серьезно. Так, а у тебя? У тебя ничего нет, да, от смс-ки? Блин, слабый сигнал, ну, блин, это плохо. Хотя, с другой стороны, бабушка может заволноваться и приехать, допустим. Давайте мы ее сейчас сюда пригласим. Посчитаем, что вот она заволновалась и приехала. Так, девочки, а вы пока вот так. Хоть как-нибудь. Выходим из ситуации. Где бабуля? Мне нужна бабуля. Я понимаю, что она скоро придет, но я еще как бы не разобралась, откуда именно они приходят. Может, откуда-то отсюда. Где? Так, излей чувства сестре. Ты уже домыла, что ли? Давай еще. Вон бабушка плетется, вон бабушка. Так, бегом. Идем к бабушке. Давай. Пригласи ее войти. Мать, тоже иди сюда. Я просто хочу, чтобы бабуля дала нам денег, чтобы мы хотя бы душ поставили. Потому что вот такая старая водонапорная башня здесь, конечно, есть. Так, а что у нас, кстати, есть в багаже семьи? Я не помню. Они, по-моему, что-то покупали у меня в прошлой серии. Вот что бывает, когда не смотришь серии предыдущие. Так. Пусть бабушка вот такая посмотрит, скажет, что у вас тут происходит вообще. Везде грязно. Сами дети грязные. Ты грязная. Что происходит? Давайте попробуем. Вот. Ну, кстати, обычно через Slice of Life много денег не дают никогда. Но мы попросим, тем не менее. Если она сейчас нам даст, мы потом, ну, как бы, будем считать, что она нам еще дала. Так. Попробуй ее ободрить. Скажи, да все хорошо. Мы устроимся, нам бы немножко денег. Так. Где тут еще? Там была возможность попросить денег. Спросить о детях. Интересно. А где же было просить денег? Ладно, давайте так поговорим пока что просто. Расскажем историю, да, как мы все деньги потратили, так вышло, но самого необходимого душ мы как бы не купили. Уличный. Потому что уличные души, они там можно бочку поставить, там воду туда набирать, допустим, в водоеме, да? Туда за ее заливать, она будет нагреваться от солнышка, и будет все нормально. Ну вот, будем считать, что бабуля согласилась и дала нам денег. Вот, дала она нам 2000 сималеонов на душ, и так вот сказала, что может быть еще что-то нужно, такое важное, необходимое купить, пожалуйста, чтобы дети ни в чем не нуждались, чтобы сама ни в чем не нуждалась у нас Эмма. Поэтому сейчас, наверное, мы бабулю проводим и закажем душ, чтобы нам привезли. Так, давайте, кому здесь? Эм, это у нас кто? Это доктор, да? Клет. Ну, допустим, вот этот вот мужик ездит в город и на остров. Давайте отправим ему сообщение.
Попросим его привести нам душ. Ну что, ребят, я вернулась из режима строительства. В общем, у нас здесь произошли изменения, как вы понимаете, да? Мы поставили душ. Собственно, это выглядит обычно в деревнях примерно вот так. Если душ на улице, то есть на крыше стоит вот такая бочка. К сожалению, в черном цвете у меня ее здесь не было, но обычно ее красят в черный, чтобы от солнечного света нагревалась вода внутри. И вот ходят в душ вот так вот. То есть теплая вода идет сверху отсюда из бочки. Вот. То есть вон девчонки пошли уже мыться потихоньку. Перестроила немножко туалет, чтобы он стал на одну клеточку. Я нашла такой более подходящий вариант сельский. Вот. Потом у нас здесь поприбралась уже Эмма дома. Так, золото мое, иди спать, пожалуйста. И беги, беги до кроватки. Вот, она немножко поприбиралась. Плиту нам, короче, приехал же этот мужик, привез нам душ. И мы ему говорили, что у нас сломана плита. Он в прошлый раз, когда у нас был, он ее посмотрел. Сказал, что она ремонту не подлежит. И вот сказал, что он на барахолке, короче, нашел какую-то бэушную плиту, подранную, ну, привез нам ее, в общем... Сказал, что там за символическую цену буквально он нам ее отдал, поставил сюда, короче, даже занес. Вот, и с ним еще приехал мастер, установили нам ветряк один, хоть что-нибудь. У нас здесь были ящики, тоже мы их попросили, они перетащили, опять же, за небольшую плату какую-то, да. Ну, понимают то, что, да, тяжело, как бы семья осталась совсем без отца, вот, и поэтому, как бы, помогают... чем могут, да, есть добрые люди на свете. Кошка пытается мне помешать всеми силами, тыкает то по клаве, то по мышке лапами своими. Вот, поэтому, как бы, не мир, мир не без добрых людей, скажем так, вот. Поэтому, вы скажете, такого быть не может, но, как бы, я скажу, что может. Вот. И ничего, ничего мне не сделаете. Вот. Так. Беги, Оливер, в туалет. Оливер тут им помогал, естественно, как бы ящики эти все перетаскивать. Все. О, это что у нас тут растет? Яблони я посадила. Я уже забыла, серьезно. То, что было в прошлой серии, я забыла. Вот, а еще я обнаружила, что у нас в багаже остались там кусты розы, тюльпаны, еще ромашки там были. Но я пока два кустика только добавила. Думаю, ладно, хоть так. Вот, видите, тут поприбиралась у нас Эмма, пособирала бумажки, помыла пол, сын починил ей здесь, в общем, этот шкафчик, хоть какие-то вещи, чтобы она смогла туда сложить. Так, иди мойся тогда сразу, чувак. Эмма, иди сюда, уже белье все грязное, да? Ладно, бросим его пока там. Он пойдет мыться. Золотце, беги, пожалуйста, в кровать. Это жесть какая-то. Хорошо, что завтра выходной, школа, никуда идти не надо. У меня душа моя спокойно будет. А ты что, не помылась? А я ее отправляла вообще мыться? Это что, утомительная домашняя работа? Ну, естественно, конечно, так. Тепленькая водица, ну ясно. В общем... воду они как бы набирают вот здесь, вот, да, ближайший водоем, заливают в бочку, она нагревается днем, вот вечером они смогли помыться, как бы. Моются, естественно, экономично, чтобы всем хватало этой воды. Завтра займемся, значит, стиркой. Ой, серии по Симсу не получаются короткими. В общем, сейчас она у меня сходит в душ. Извините, что я камерой мотыляю. В общем, сейчас она сходит в душ. И... будет тогда тоже ложиться спать, потому что завтра ей снова рано вставать. А я, ребятушки, буду с вами прощаться. Всех вас очень люблю, целую. Всем пока-пока.